Всем вам знакома популярная передача «Мир наизнанку» с ее ведущим Дмитрием Комаровым. Недавно этот замечательный человек побывал в Эфиопии и где показал местным аборигенам, что такое зубная паста. Всю передачу я, не отвлекаясь, смотрел на зубы аборигенов и не нашел ни одного с изъяном. У всех идеально белая голливудская улыбка. И это не просто факт наблюдения телепередачи. Это доказанный факт идеальных зубов у жителей Африки. А знаете почему? Да потому что уровень витамина D в их крови невероятно высок. А проблема кариеса у них просто отсутствует. И зубная паста до них не дошла не потому, что нет магазина рядом, а потому что атрибут зубная щетка и паста им не нужен. И как вы понимаете, про добавки витамина D они не слышали. Они используют натуральную добавку, это солнце, ультрафиолета спектра B, которое в изобилии.